Добрый день! Представляю вашему вниманию микс «Лето Крем Англия». Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такого яркого, красивого платья, размерчик М. Застегивается он на пуговичке, имеется такой красивый воротничок. Блуза Zara, размерчик XL. Так, размерчик Евро 36 джинсы. Топ штапельный материал 36 евро. Клокхаус. Такой вот комбез красивый. Евро 36-38 на бретелечках. Блуза. Эмочка. Евро 44 накидочка. Платье Zara, размерчик L, шифоновое, без подклада, не просвечивает. Чикори, М-ка, топ, блуза. Атмосфер, евро 40, шортики с ремнем вместе идут. Примарк, размерчик 12-13 лет, такая вот блуза. Эсочка, блуза шифоновая. Эска. Накидочка с люрексом. Так, платье. Размерчик L шифон с подкладом. Блуза шифоновая эсочка. Так. Здесь у нас размерчик ML. Такая вот красивая блуза. Джинсовая. Так, здесь у нас евро 38. Платье. Платье L XL. Не просвечивает. Топ шифоновый L-ка. Эмочка блуза шифоновая. Танковочка чикори L-ка. Блуза шифоновая. Евро 36. Так, здесь у нас вот такой красивый топ. Я думаю, размерчик, может даже это платье, размерчик ML. H&M блуза Элечка, полностью просвечивает, шифоновая, короткий рукав. Накидочка, размерчик L. Топ, размерчик L, без лямок. Здесь евро 38 джинсы, 46 евро жакет на пуговичках, евро 42, такое вот как платье с подкладом, евро 34 шорты мужские, здесь у нас XL блуза на замочке. Штапельный материальчик топ. Клокхаус, размерчик евро 38. Шорты S. Oliver евро 40. Так, здесь у нас XL. Футболка Adidas, спортивный трикотаж. Эсочка в платье, штапельный материал. Юбка с подкладом, размерчик ML. Комбинезон на 13-14 лет. Джорджи XL топ шифоновый. Элька маечка. Рубашечка такая вот с коротким рукавчиком. Размерчик L. Здесь кардиганчик размер L. Крупная вязочка. Так, блуза шифоновая. Размерчик L. Здесь у нас как болеро, эсочка идет. Топ, размерчик L, шифоновый. 38 евро блуза, такая без рукавов. L-ка леггинсы. Only L-ка футболочка вязаная. Здесь у нас такой сетка идет. Евро 40 only топ. Так, здесь эсочка, футболочка,
L-ка. Футболка. Шорты джинсовые 29 размера. L-чка. Футболочка. Платье S-ка. Штапельный материал. Брючки S-очка. Топ. Размерчик L, атласный, юбочка с подкладом евро 46. Так, здесь у нас топ S-очка на бретельчиках. Шорты, размерчик евро, наверное, XS. L-ка, такая вот жилетка удлиненная, вязаная. Спортивный трикотаж, шорты Nike XS. L-ка, футболочка, спортивный трикотаж. Чикори, размер M, леггинсы. Футболочка, размерчик S с открытыми плечиками. Так, здесь у нас футболочка XL, размерчик. M-ка, удлиненное платье, майка. L-ка, укороченная футболочка, джинсы, размерчик ML, такая вот куртка, размерчик, евро 38 на замочке, топ, клокхаус, евро 36, штапельный материал, юбка с подкладом, 36-38. XL, такая вот красивая блуза. Кривит, футболка, размерчик M, спортивный трикотаж. Такая вот жилетка 40-го размера, брючная. Так, платье евро 42, шифон с подкладом на тоненьких бретелях. Штапельного материала шортики L-ка чикори. M, размерчик шифоновая блуза с подкладом. Здесь у нас евро 38 кардиганчик. H&M евро 42 такая рубашка с коротким рукавом. Евро 42 блуза шифоновая. Так, штапельный материал топ евро 34. Здесь у нас блуза без рукавов, S-очка чикори, штапельный материал. 48-го размера майка, чикори, размер L, штапельный материал, блуза, XL, такая вот красивая блузочка, с добавлением люрекса, футболка вязаная, размерчик L, джинсовые шорты, размерчик 160, ростовочка на подростка. Евро 34, такое платьице, штапельный материал. М, размер шорты. М-очка, блуза, шифон. Кардиганчик укороченный, размерчик М. Блуза, М-очка, с добавлением люрекса. Евро 40, платье, сетка с подкладом. Клокхаус, платье, штапельный материальчик, евро 38. Не просвечивает. Здесь у нас размерчик L-очка, такая вот блуза просвечивает. M-очка, блуза, штампельный материал. XL, Vera Moda, тоже просвечивает блуза без рукавов. Евро 40-42 шорты. M-очка, такой вот топ. L-ка, блуза шифоновая, без рукавов. Так, евро 36-38, штапельный материальчик, блуза без рукавов. Здесь у нас L-чка, блузочка без рукавов. S-ка, топ шифоновый на бретелях. Так, здесь у нас евро 38, такая вот блуза шифоновая, полностью просвечивает. Накидка. Как бы тоже полностью просвечивает, размерчик L, рукавчик до локтя.
H&M, эсочка, такая вот блуза красивая, рукавчики, фонарики. Так, здесь юбка джинсовая, размерчик. Размерчики, думаю, M, может быть даже и L. Эсочка топ шифоновый с подкладом на бретелечках. Так, евро 38 шифоновая блуза без рукавов. Евро 40 шорты. Так, размерчик L платье. Блуза. Евро 44 атласная. Евро 34 штапельный материал H&M блуза. XL. Такая блузочка с открытыми плечами. Так, здесь у нас L-ка блуза. М-очка футболка спортивный трикотаж. Шорты спортивный трикотаж XL. Так, здесь у нас М-ка топ на бретелях. Такой вот красивый топ. Шифоновый с подкладом, размерчик L. Так, шортики джинсовые, размерчик 36-38 евро. Так, евро 42 топ. Блуза штапельный материальчик на бретелях. Размерчик S. Так, здесь у нас XL. Такая вот блуза шифоновая. Евро 42-44 шорты удлиненные. Так, здесь у нас, наверное, размерчик L. Такие вот бриджи свободного кроя. А здесь у нас эмочка, маечка, танковка, размерчик L. Топ шифоновый, зебра М-ка с подкладом. Блуза only 42 размера, без подклада, шифон не просвечивает. 44-46, такая вот туничка красивая, полностью просвечивает. Маечка спортивный трикотаж, только. Здесь у нас топ 42 размера на бретелях. XL, такая вот красивая блуза. Шорты. Евро 40 штапельный материал, танковочка, размерчик L. Так, топ. Евро 44. 44 размерчика шорты. Так, здесь у нас топ шифоновый с подкладом L-ка. Платье L-ка. Шорты евро 36 завышенной талией. Street One евро 42. Такая вот маечка. Как топ. Также в лоте идет вот такой вот бюстгальтер. Размерчик не указан, к сожалению. Так, вот такой топ. Как купальный с чашечками. Размерчик L. И слитки. Две пары таких вот слиточков. Чтоб не скользили прорезиненные. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.